Виталий, поздравляю с победой. Да. Ну, как можно оценить сезон для вашей команды, закончившийся? Я думаю, что мы хороший сезон провели, очень многому научились. Первый сезон немножко, может, где-то не дотягиваем еще до команд более сильных. Но, в принципе, у нас довольно-таки неплохой уровень, и с такими командами мы можем соперничать. Это как Чекпоинт, как ИТГ. Я думаю, что в следующем году мы прибавим, если даст Бог, нас возьмут в бизнес-лигу. Традиционный вопрос, что получилось, да, в этом сезоне, ну, в работе с командой? Ну, в принципе, много получилось. Во-первых, ну, скажем так, из уличного футбола немножко перешли более на высокий уровень, научились защищаться. Где-то, может, не получается еще в атаке, ну ничего, мы за лето подтянем и это. Ну, а теперь можно праздновать. Да. Спасибо большое. Спасибо вам.